Букет золотых олимпийских чемпионов немецкой команды. Победительница соревнований по прыжкам с трамплина оказался в руках у ивановцев. После цветочной церемонии победители бросили 4 своих букета в сторону трибуны. Цветы поймала корреспондент РТВ Иваново Любовь Почерникова. В этот день она пришла поболеть за российскую команду. Но, к сожалению, наши спортсмены не прошли в финал, заняв лишь 9-е место. Забросив букеты в зал, немецкие лыжники поделились радостью. Около счастливчиков, поймавших цветы, выстроилась целая очередь из желающих сфотографироваться с букетом. Очень символично, что именно жительнице города невест удалось поймать букет.